Всем привет! Всем добрый вечер! Хочу вам показать курочку свою несушку. 2 года ей было. Яиц, значит, от нее я в последнее время вообще не видела, чтоб она в гнезде сидела. Сегодня решила... Эта курочка Брама решила сегодня больше не мучиться. Решила их убрать. Их 2. Одна неслась. Я видела периодически. И в итоге я сделала для себя вывод, что никаких Брама, курчавых, там бородатых кур в нашем хозяйстве больше не будет. Вы посмотрите, сколько жира. Я понимаю, что это очень будет вкусное мясо и бульон. Но даже не представляла, что до такой степени она зажирела. Это же надо. Вот я отложу в сторону жир. Жир. Один жир. И вот такое еще ведро. Курочек у меня. Значит, у меня заказ небольшой есть на 10 штук. Поэтому сегодня решили убрать. Но я не смогла 10. Всего 7. 7 штучек убрала. Вот, не успела бы, так как вышла поздно. Работать стала поздно, начала. Поэтому не стала себя мучить. И думаю, остальных это уже завтра. Вот вторая курочка Брама. Но она не очень жирная. Тут внутри яиц было дофига. В этой вообще практически ничего, как икра. Икринка и все. Значит, мне сегодня, ну, сейчас вот прям нужно их разделать, помыть по пакетикам, позвонить, чтобы забрали, и все. Вот такие дела, дорогие наши подписчики, гости нашего канала. Звоните, пишите, подписывайтесь на наш канал. Всего доброго. До свидания.